Секундочку, сейчас я тебе скажу. Давай, посмотри. Так, у меня сыграно 5 часов. Ну, у тебя, конечно, больше. Я 5 в него... часов? У меня 2. Я в него особо не играл. Так, меня сейчас зажмут, да, зажали? Да, меня они тоже сколько раз зажимали. У меня просто был еще один красный, которого я быстро убил. Как думаешь, мне сейчас использовать сердечко вот это или... А что оно дает? Оно дает плюс одно сердце, как бы. А, плюс одно сердце. Или мне его оставить на босса, а сейчас, а когда я пройду этот раунд, я схожу за цель. А смотри, а если ты его используешь, то оно дальше будет перезаряжаться ж. Но у тебя это сердечко будет, правильно? А, ну да. Ну, а больше видео не стопану. Я сделал просто паузу. Ох. Так, ну блин, я надеюсь, все со звуком будет хорошо. А ты? Да, я тоже надеюсь. А очень я... надеюсь. Это кастет. Это я буду зубами стрелять? Ой, зубы. О, круто. Так, блин, сейчас еще одна пауза. Так, 40 минут выжили уже вообще. А у меня какой раз уже подряд появляются вот эти штуки? Да-да, они такие именно противные, потому что их так быстро не убьешь. Хоть у тебя даже будет... У меня помещение тем более закрытое. Да. Вот даже если будет у тебя фулл дамаг, ты их все равно так быстро не убьешь. У меня так фулл дамаг. А, ну так тем более. Видишь, ты их все равно не убиваешь. Ну, потому что я стреляю слабыми стрелами, а если я буду стрелять вот такими, то они долго перезаряжаются. Ну хорошо, что ты сейчас тут со мной, а то я бы разговаривал сам с собой, нес всякую чушь, а тут у меня хотя бы собеседник. Так, а ты... Ой, а ты чё микрофон выключил? Бывает. Ты случайно или специально? Случайно. И ты... Ну ладно. Ты говоришь, что тебе выходить через 20 минут, а мы уже час 15 разговариваем. Это же видео. Все ради подписчиков. Ну ладно. Так, стоп. Я, наверное, все-таки схожу за тем сердечком, которое у меня лежит за 3-9 земель. Так, я и иду. А вот эти комнаты, они добавились только в DLC, да? Зубами такие. Да. Блин, у меня сердце, оно и то спрятанное. Так у тебя все равно бомба есть. Я, наверное, на него потрачусь, да. Так. Подожди, у тебя сейчас мама должна быть? Я думаю, да, ну, вроде бы нет. А, по-моему, сейчас должна быть или мамино сердце, или мама. Не, мамино сердце, она на самом конце. Там вот так распределяется мама, а на следующем уровне мамино сердце. А, да, а потом там, по-моему, или... Ангел или дьявол или что-то такое. Нет, это вообще. Если убиваешь мамино сердце, то все заново начинаешь. А, потом уже да, доходишь до ангела или. А потом будет. Ну, так, я, наверное, сейчас заряжу супер удар. И вхожу. А-а-а! Ты видишь? Вижу. Я с тобой. Такое закрытое помещение. Так, надо бы все взорвать. Так. Аккуратно, давай. Поддерживай меня. Мне главное всякую вот эту шуму любить. Смотри, получается, можешь сразу возле, мне кажется... сейчас, подожди. Возле вот этих дверей, мне кажется, надо... Ну, только появились, да, и расставлять бомбы. Ты видишь, сколько у меня бомб? Одна. Так, главное, чтобы рука сейчас не вылезла. Да, вот рука это будет, конечно, проблема. Но смотри, видишь, они тебе уже и разбили помещение так понемногу. Если я буду за всем следить, то пишется раздельно. Так, о, вот рука. Слава богу, что по ней не попала. Нет, она по мне попала, но... Попала. Так, о, и заодно тут эта швабра. У меня же эта штука, которая за убийство восстанавливает штуки. Не выключай микрофон, ты меня бросаешь. Не бросай. Нет. Давай! Ну, блин, половину жизни уже сбили. Главное, чтоб вот тут, да?
Так, ну, вот эти штуки меня сейчас убьют. Хорошо, что я успел использовать эту штуку. Так, 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 так. Нога, нога, нога. Так, вот так. Да. Рука, чтоб сейчас не вылезла. Подожди, у тебя же батарейка. У тебя же есть батарейка. У меня не батарейка, мне за удар восстанавливают сердце. Сердце, сердце. Давай, все горит, все кипит. Тихо, 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 тихо. У меня вообще сейчас все горит, я весь вспотел. Такой напряженный бой был. И меня... Нет, все-таки меня мамочка убила, я умер достойно. Да. Хорошо, что меня не какая-нибудь шваль убила. Ах, меня. А тебя что убило? Как... Это мясо? Да. Ну, они такие мясные чуваки. Ну, все. Ой. Ну ладно, все, как будто бы я ее убил. Тут титры пошли. А почему бы и нет? Да, и кто-нибудь будет просматривать видео, увидит, что на конце титры идут. О, значит, я убил. Да. Какой я хитрый. Ну, все, давай я сначала все-таки всем скажу пока. Ну, все, с вами был Павлюшка, это был мой самый лучший заход во всех историях заходов, но может быть я потом сделаю еще лучший заход. Тут какой-то сак. Это что, козел, что ли? Ну ладно, все, всем... Пока, да, я даже не знаю, какую картинку поставлю на видео, хотя нет, знаю. Ну ладно, всем пока, и ты скажи пока. Ну, всем снова пока. Да.